В Беларуси главная новость дня – финансовая. Президент Александр Лукашенко подписал указ о деноминации. С купюру берут 4 нуля. За 10 тысяч старых рублей будут давать один новый. Обмен денег начнется 1 июля 2016-го. Процесс завершат к концу года. В этот период в магазинах и других коммерческих учреждениях станут указывать две цены. Как объясняют власти, решение принято, чтобы упростить расчеты. Также подчеркивается, деноминация не должна сказаться на курсе белорусского рубля и уровне инфляции.